Раз, ребята! Вы вообще что тут делаете, а? Так мы стэм показываем. Какой еще стэм? Нам надо выбирать исполняющего обязанности декана, вы стэм свой показываете. Старый. С праздника первой сессии не могли что-нибудь новое придумать. Так мы и придумали. Набьё. Так, рассказывай. Идея такая. Так, в ночь перед экзаменом студент берет зачетку, высовывается в окно и кричит: «Халява, приди!» Это 100 раз уже было. И она приходит. Это уже интересно. Это интересно просто, как вы вообще представляете себе халяву? Для меня вот халява — это какая-то бесформенная серая жижа такая. Подходит, идет на меня, я такой: аккуратней. Цепляйся к словам. Ну, можно просто взять девочку, написать на ней зачетка, халява, и все. Написать на ватмане, да? Ну да. Халява, и наклеить ей, и она выйдет. Вы что, с ума сошли, что ли, а? Что, вы хотите на сцену педагогического университета выпустить девочку, не мальчика, девочку, да, с табличкой «Халява»? Да. А если в зале спортфак будет? Ну, специально, если будет спортфак в зале, у нас есть театр мод от третьего курса. Вот давайте лучше его посмотрим, давай. А давайте. Walks out.